Настя. Добрый день. Наш Митовский проезд? Все верно. Возможно электронные сигареты в машине курить? Если не Айкос, то да. Не Айкос. Можно. Скажите, радиостанцию включить? Нет, спасибо. Наушники можно будет на зарядку поставить? Да, конечно. Под айфон? Да. Да, все. Спасибо большое. Если петь буду, не буду вам сильно мешать? Наверное, нет. Ответ неправильный. Хорошо. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because the vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted. Smile to me, pretty woman, yeah, yeah, yeah. Спасите! Woman walking down the street. Стас! Это здесь? Да, здесь. Спасибо большое, я сам. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Хорошего Всего вечера. Доброго. До свидания. Веселенький пассажир. Я в шоке. Не, когда человек спрашивает ничего, если я буду петь, это, наверное, уже как бы говорит о том, что будет что. Понимаете, в чем штука? У меня просто когда-то были пассажиры, которые пели так красиво, ну прям реально круто. А, там парень пел, девчонка слушала, она там ему дифирамбы пела еще во время поездки. Ну, реально красиво. А это писец просто. Это. Я не знаю, как это назвать. Меня до сих пор передергивает, если честно. Ну, я не понимаю. Ну, если ты... Одно дело, когда человек показывает свое умение, да, вот как тот парень, ну, у меня нет записи, но это было реально красиво. Вот. А другое дело, когда тебе слон на ухо наступил, и ты учишься петь. Ну, делай ты это дома, я не знаю, ну... в ванной там, ну где обычно у нас это утренний алла, да? А что? Я тоже петь хочу. Ну это жесть просто. Не, я не скажу, что у него там прям, ну бывает хуже, я не спорю. Но те, у кого бывает хуже, вот, ну я же не пытаюсь петь на камеру, я не пытаюсь это выкладывать. Потому что я знаю, что людям будет больно. У меня, к сожалению, есть понимание, насколько это плохо. Даже, ну, я себя слышу, я понимаю, что это плохо. Я его слышу и понимаю, что это плохо. А он почему-то считает нормальным исполнять это в такси. Не, ну, я же говорю, я бы, конечно, если бы... То есть он спросил, можно ли. Я согласился. Тут как бы вопросов нет. Но я когда соглашался, я не думал, что это будет так жестко.